6 августа 1915 года русский гарнизон крепости Осовец подвергся артиллерийскому обстрелу и газовой атаке. За несколько минут было убито более 1500 человек. Немногие оставшиеся в живых получили тяжелейшие отравления. Умирая, чуть более сотни русских солдат перешли в наступление и обратили в паническое бегство германские войска. Этот подвиг в истории Первой мировой войны получил название «Атака мертвецов». В память героической обороны крепости Осовец документальный фильм «Атака мертвецов» 6 августа в 18:30 на нашем канале.